Около 4 часов утра от дежурной станции «Адлер» поступило сообщение о том, что в районе платформы «Известия» были обстреляны электричка и пассажирский поезд. На окнах составов остались следы от пуль. К счастью, стекла не рассыпались от выстрелов сразу, а лишь потрескались, что спасло от травм пассажиров, которые находились в вагонах. Стрелка задержали быстро по горячим следам. Им оказался 21-летний гражданин Армении. Внятно причины своего поступка молодой человек объяснить не смог. А в поезд зачем стреляли? Случайно. Бутылки находились на уровне поезда? В той же стороне стояли? В один из вагонов случайно попали? Не хотел бы. По словам стрелка, ночью на пляж он отправился для того, чтобы просто пострелять по бутылкам. Стрелял из пневматического оружия и в какой-то момент потерял интерес к стеклянной таре. Тогда и решил выпустить две обоймы, снаряженные металлическими шариками, в сторону движущихся поездов. При этом молодой человек даже не задумывался о последствиях своих действий. А между тем, наказание за такое хулиганство вполне реальное. Хотелось бы напомнить, что любое нахождение на железной дороге, а тем более накладывание посторонних предметов, бросание камней, стрельба по стеклам вагонов пассажирских поездов – это уголовно наказуемое деяние и карается по закону. По факту стрельбы по пассажирским поездам линейным отделением полиции на станции «Адлер» возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас злоумышленник взят под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Татьяна Нагорская, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.